Так вот, если у вас есть такой опыт, то, наверное, было бы очень хорошо вам сначала проститься с прошлыми отношениями. Да? Простить, отпустить, поблагодарить и пожелать всего самого наилучшего. А я сейчас скажу вам, в общем, такое понимание, ощущение, что вы пропитались этим состоянием. Почему не нужно держать обид на прошлые отношения? Ну, вы уже разошлись, уже склеиться не можете, да? Уже не ремонтируется ничего настолько, вот вы уже там понакидали бомбы, там обругали друг друга, что, в общем-то, уже ну, ничего не склеится. Хотя всегда лучше склеить отношения, чем начинать новые, потому что, поймите, а тем более, особенно если вы уже вступили в интимные близкие отношения, это уже у вас карма, уже делите карму двоих. И лучше ее отработать так, чтобы выйти с этого на позитиве. То есть дать урок, и продвинуться и двигаться дальше, получить удовольствие. Поэтому я хочу, чтобы вы осознали, почему, в общем-то, вот те люди, которые нам встречаются, которые создают нам проблемы, почему мы должны благодарить этих людей, быть к ним очень снисходительны и просто жалеть этих людей. Почему? Да потому что эти люди являются для нас тренерами. Они играют для нас, вот как мешок боксерский или там партнер, с которым ты отрабатываешь определенные задачи, или он тебя заставляет их отрабатывать. Почему? Да потому что эти люди пришли для того, притянулись к вам, а вы притянулись к ним, для того, чтобы помочь вам отработать ваши задачи, чтобы отразить зеркально ваши проблемы, которые есть у вас. Окей? То есть, почему бывает так, что вот общаешься с одним человеком, он говорит, да, ты классный, у тебя все клево, все замечательно. Встречаешь другого человека, общаешься, а тот человек говорит, слушай, ой, да у тебя там то, у тебя эти проблемы, у тебя эти, ты такой, ты сякой, ты думаешь, блин, ни хрена себе, вот это, а то, что-то с теми общался, никто не говорил, а вот ты такой умный, пришел мне, и то рассказываешь, какая я такая есть. Никогда не подумали, почему такое происходит? Вот я считаю, что это первый сигнал, что это ваш учитель. Это ваш визор, который видит вас насквозь, который понимает, в чем у вас проблемы. Те все остальные, они не настроены на вашу частоту, у них другая частота. Вот вы, как я представляю, вы радиостанция, да, которая излучает разную, излучает на какой-то частоте, излучает радиосигналы. И не все могут подстроиться под вас и увидеть истинную, услышать всю вашу информацию. Вот те, которые говорят, они говорят, ну что, да, красивая стоишь, такая антенна, такая вот эта, вот, и статуя, красивая, замечательная. А содержание же он не слышит, потому что у него счетчик, датчик не настроен на прием сигнала от этой антенны. А вот Вася пришел, Вася, вот это, у него сенсоры стоят, высокочастотные, которые настроены на твою частоту. И он считывает, что ты там излучаешь. Он видит твое внутреннее состояние, энергетику твою считывает, энергетику из твоих глаз. Он видит все, читает всю твою мимику, что она означает. Все твои шуры-муры, все твои там намеки, все твои там скрытые какие-то поведения артистические и так далее. Да? Женщина умеет это делать, которые не видела Петя. Петя вообще не видел, потому что Петя говорит, о, ты статуя, ты такая классная, ты статуя свободы. Окей, you're liberty, statue of liberty. Have you go, I love you. You're a symbol of the freedom and richness. Have you go. Ну а Вася-то не дурак, Вася настроен, он тебя насквозь видит, то ты какая ты. Окей? То, что я говорю, это касается мужчин и женщин, не только, я просто по примеру, да, уже, скажем, роль играю. Да. Поэтому, если человек говорит вам о том, что что-то у вас нехорошо, прежде чем подумать, что надо обозвать его и пнуть, и убежать, подумайте, поблагодарить нашего тела, потому что это зеркальце, которое отражает вам и показывает, какая вы есть, что у вас есть не так. Это ревизор. И что на зеркало пенять, коль самого там фейс-то не такой, как нужен, да? Нужно поблагодарить,
поговорить этого человечка, благодарю тебя, хотя вы не можете физически, хотя бы умея, благодарю тебя. Напоминаю, когда вы ложитесь спать, что вы должны делать? Поблагодарить Вселенную, всех людей, которые нам дали уроки за этот день. Да? И не накапливаем, потому что когда мы ложимся, не поблагодарившись, не попрощившись ни с кем, вы их накапливаете, они уходят в подсознание. Помните, что только вы легли спадки, и все ваши обиды, все недовольства, непрощенные, неотпущенные, уходят куда? На уровень подсознания, очень глубоко. Alright? И потом они вас медленно, но верно точат. Помните об этом. Итак, мы сейчас говорим, да, что почему мы должны вот, поблагодарить этого человека. Потому что это наш учитель, потому что он видит то, что у меня есть. Не каждый может быть учителем, не каждый имеет эту квалификацию, как мы сказали, да. Петя не видит, что у этой статуи свободы что-то есть там внутри. Он видит ее внешний состав, говорит, красивая, классная, бронзовая, с Франции привезли, высокая, окислившаяся, зеленая и такая красивая, да, и стою себе одинокого, и все. А Вася пришел с датчиками, он все видит насквозь, что там внутри, и говорит, вот здесь дырка, там плохо, здесь очень хорошо. Он все говорит. Так вот, благодарите вот этого Васю, который видит вас насквозь, что другие не видят. Или, может, другие даже видят, но льстят вам и не хотят вам говорить. А этот говорит, как и есть. Вот таких людей нужно благодарить. Это ваши ревизоры, это ваши тестеры, ваши помощники, которые покажут вам, что у вас не так. Потому что так и будем жить в иллюзии, когда Петин, такие как Петькины, да, говорят, о, у тебя все классно, Маша, ты это самое лучшее. Ты статуя свободы, любить тебя можно, вот, кланяться на тебя, молиться на тебя можно, пыль вытирать. Окей? Благодарим вот этих людей прежде всего. И каждый раз по жизни, когда вы видите, где-то возникает ситуация, когда люди вам создают какие-то проблемы, прежде чем пинать на кого-то, на него, подумайте, а почему, какой урок я должен был получить от этого человека. Порой это сложно сделать, особенно когда в стрессовом состоянии находишься. Нужно охладиться, прийти домой, помедитировать, попить чайку, вот, и посидеть, помедитировать, и помолиться, и осознать, в чем же проблема. Okay? Вот. Ну, вот такие подсказки. Это очень-очень важно. И вот, пожалуй, так. Это с прошлыми отношениями, на которых мы обижены. То есть, если они что-то нам делают, то, что нам не нравится, значит, надо поискать ответ себе, что я делаю не так. Вот на примере, скажем, этого клиента моего, когда ее бывший бойфренд говорит что-то, и то, чего ей очень-очень не нравится, ну, надо подумать, а что я сделаю для того, что я вызываю в нем такие реакции. Это самое первое. Окей? И поблагодарить его за это. Дальше, чтобы, коль ты уже в такой ситуации находишься, что делать дальше, да, вот влипла в такую ситуацию, как теперь красиво расстаться? Как красиво расстаться, хорошо расстаться, чтобы не было проблем? Как мы говорили уже раньше, значит, нужно делать практики прощения. То есть нужно простить, отпустить человека. Это длительная практика. Ну, есть разные у вас практики, в зависимости от того, какой этап, на как глубоко вы связаны, какие у вас проблемы. Это аудиальные, это физические, это энергетические, это кармические. То есть нужно выяснить, что это за проблемы, okay? Чтобы подбирать соответствующие практики прощения, которые мы пользуемся для наших клиентов. Alright? Скажу, что все практики рабочие, они все работают, они проверены. Вот эти практики, я говорил уже раньше на видео, они проверены на моем брате, который 5 лет жил со своей женой. Когда она развелся, она 7 лет, 7 лет она ему снилась. Каждый день она ему снилась и говорит, что снилась зараза, все в хороших снах. Я говорю, когда я просыпаюсь, я не пойму, то ли я с ней спал, то ли я со своей новой женой сплю. И отсюда проблемы. И отсюда проблемы возникали, то, что он был здесь физически, но энергетически, эмоционально, ментально он не был со своей женой сегодняшней. И сама ситуация не заставила долго ждать. Его новая жена начала говорить, что ты меня не любишь,
Я не вижу, что ты со мной. Ты здесь, но тебя нет. Okay? Вот. Пока он не начал делать практики. Потому что мы энергетическим очень связаны, особенно первые отношения, это очень-очень сильно. Поэтому мы предлагаем вам этапы развития отношений. Ребята, не повторяйте чужих ошибок. Не повторяйте чужих ошибок. Alright? Для этого мы делимся с вами. Для этого получаем опыт, чтобы помочь вам прожить свою жизнь так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы или повторение глупых ошибок. Alright? Итак, практики прощения. Это которые подбираются в зависимости от вашей ситуации. Что еще можно делать? Вот работа с мозгами. Сам первый, это самое-самое-самое важное, осознать, что принять, что это учитель твой, что это твой учитель. И такие фундаментальные понятия, которые помогут вам вот, отпустить, простить человека. Помочь расстаться, красиво расстаться. Да? Просто когда вы уже в таких нехороших отношениях. Значит, самое первое. То есть, если вы уже основательно решили, что все, вы уже расстаетесь, уже никто вам помочь не может, у всех психологов, консультантов, коучей проходили, все, причем ходили не поодиночке, да, то есть вы должны вместе ходить, помните, да, лучше вместе ходить, потому что тогда у вас есть больше шансов решить вопрос. Я скажу, сколько решается вопросов, когда приходит клиент один, как правило, женщина приходит, да, как правило, ну, 95% приходят женщины, обращаются, когда семейные вопросы. Ну, мужики, это так, ну, я сам решу, типа, какой-то мне Васька будет мне подсказывать, как мне там семейный вопрос решать, да я сам, ты чё, я такой крутой, понимаешь? Вот, то есть приходит женщина, рассказывает свою историю, окей, думаешь, блин, какой мужик хреновый, вот это да, как она вообще у нас таким жила? Ну, конечно же, ничего не говоришь, только думаешь, да, так, ощущения такие. Потом приходит пара, окей, приходит пара, и ты смотришь, реалии, все другие. И думаешь, блин, вот эта мамка дорогая, вот только как этот мужик вот это, с этой вот этой женщиной вообще жил, как он еще терпел ее столько лет. Мама дорогая. Потом, когда они начинают они вместе говорить, ты думаешь, блин, да как они вообще могли жить друг с другом? Они просто друг другу не подходят. В таком понимании, какой второй у них есть. Как они друг к другу относятся, что они друг друга ожидают и что они... требует друг от друга, и претензии у них, понимаете? Просто очуметь. Вот такая штука. Поэтому вот совместные консультации, они очень полезны, потому что ты, вот я как коуч, да, я как тренер-консультант, я вижу, в чем проблема. Мы здесь тоже ее решаем, потому что когда приходит один человек, он рассказывает о своей колокольне. Он же никогда не расскажет, зараза, что вот это... что у нас сделал нехорошо или что он сделал нехорошо, никогда не расскажет, как правило, да? Всегда хотим себя с лучшей стороны показать. И вот, а тут, когда вот ты с партнером, то ты понимаешь, что ты не соврешь, тебе партнер тоже скажет, а нет, такого не было, так ты что, Васька, тут мне говоришь, понимаешь? Он такой, Маш, ты что, забыла, что ли? Ой, точно забыла. Вот, то понимаешь. И так выясняется, какая же была истина, да, какая-то очная ставка, да, как вроде называется в разведке, очная ставка. Поэтому здесь очень хорошо решать эти вопросы, намного лучше, и мы сразу выясняем, какие причины, часто что происходит. Разное понимание, одни и те же действия, да, почему? Потому что мало говорим, особенно мы, мужики, как бы правило, мы мало обсуждаем, говорим вопросы, проблемы, которые у нас есть, а это большая у нас проблема, мы должны их обсуждать, окей? Итак, возвращаемся к этому. Значит, после того, когда все-таки пошли, всех попереходили, поняли, что ну, все равно мы не можем пройти, мы не можем жить дальше вместе, окончательно, бесповоротно, все, теперь, значит, приняли решение разойтись. Теперь надо правильно как это сделать. Okay? И вот по практике мы сказали, да, первое, это отпустить, обязательно практика. Смотрим, какая практика сначала, тебе кого нужно отпустить. Ну, сначала, конечно, эти отношения, да, потом после этих отношений ты должен еще почистить всех, у кого у тебя претензии были, начиная с своих близких, родных, или те, у кого больше болит. Окей, начинаем с того, что больше сейчас болит, самое сильное. Сначала нужно это отпустить, а потом меньше, 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 меньше. И до конца так, чтобы ничего не оставалось. Да? Потом, смотрите, такие фундаментальные понимания. Значит, для того, чтобы вам экологичнее быстрее разойтись, чтобы не было привязок между друг другом, потому что, скажем, ты отпустил, но партнер тебя не отпускает, место занято, да,
как бы он тебя всеми руками не пускает, а, и чтобы вы понимали, вот если да, это женщина, она тебя не отпускает, вот это место с левой стороны, да, ее женская энергия, она будет здесь. Она будет здесь, и другая женщина сюда не сможет встать, потому что она будет чувствовать, что здесь место занято. Окей, вы будете пытаться с одной знакомиться, с второй девушкой знакомиться, блин, чуть-чуть пообщались, потому что ты чувствуешь, она пропадает где-то или что-то, так друзьями остаемся. Ну что за хрен? Что за хрень? Что за хрен? Да вот хрен-то в том, что она чувствует, особенно даже, она чувствует, что там место занято, что место не свободное, и не для нее это место, окей? Поэтому для вас очень важно, друзья, очень важно для обоих отпустить, простить, отпустить. Да, партнер может не отпускать, это уже проблема, но я сейчас скажу, что нужно сделать, чтобы все-таки тоже он, вам лучше позаботиться о том, чтобы он тоже вас отпустил. Тогда быстрее у нас это место уйдет. Вам не нужно будет сильно такую свою зону расширять, вот эту ауру очень большую, чтобы вытеснуть, вытеснить за пределы, да, своего энергетического комфортного поля, чтобы это место возле вас могло быть занято другой девушкой, потому что здесь ваша энергия. Очень маленькое поле будет, здесь энергия будет ваших прошлых отношений, которые вас не отпускают. Если девушка, ну, парень, соответственно, с другой стороны, да? Окей, и... Значит, вы должны быть заинтересованы, то есть при условии, что вы делаете практики, вы отпускаете все дела, вы также должны быть заинтересованы, чтобы ваш партнер также сама делал практики, чтобы он вас простил и отпустил. Да? И на глубоком уровне, на поверхностном уровне, как это можно сделать? Ваша заинтересованность, вы должны быть заинтересованы в том, чтобы, что вы не делаете с практиками, чтобы помочь ему найти другого человека, помочь ему стать счастливым, наполниться любовью. Это самое простое, да, наполниться любовью. Потому что когда он наполнится любовью, он станет счастливым, да, наполнится любовью. Как только человек наполняется любовью, что у него все обиды, все претензии уходят, уходят, не бить его. И это очень важно. Поэтому вы заинтересованы, помимо того, что вы работаете на себе, что вы осознанный человек, вы знаете, что у вас есть практики, вы идете к Ярославу, проходите тренинги, практики, работайте основательно, там минимум 40 дней, да, поклоны, плюс еще эти практики, там дней 10 идет. А то есть работайте основательно, это нелегко, да. Коль вы шли предчувства, надо расслабиться, окей. Okay? Поэтому мы говорим, когда вы строите отношения, проходите этапы правильно, друзья, правильно. Не залипайте в чувственные отношения, потому что потом долго нужно будет расхлебываться. Ага, да. Окей. Я то, как быстро пройдете практики очищения, зависит от вашей энергии, как быстро сильно вы прилипли, как сильно вы привязались. Не позволяйте чувственным отношениям открываться до того, как вы поженились. Alright. Так вот, вы заинтересованы в том, чтобы ваш партнер наполнился любовью даже еще быстрее, чем вы. Потому что вы это осознанно делаете, а он не делает это, может, осознанно, да? Вы хотите помочь ему наполниться любовью. Наполниться любовью, которую вы посылаете в себя, и чтобы он где-то нашел какой-то источник энергии любви для себя. И самое лучшее показателем будет того, что он наполнится любовью, когда он уже найдет другого человека. Ну, не факт, что он там, может, полностью вас забыл, но, по крайней мере, большая часть его энергии уже будет с том человеком. То есть, как только, особенно для мужчины, да, скажем, когда мужчина нашел другую девушку, как бы, ну, уже проще ему отвлечься, и уже место, вот это ваше место, вот, вернее, для девушки, да, вот это место по правую ручку для нового мужчины уже у вас освободилось. Освободилось, и вы тут наполнились, вы же потом стали самодостаточны, наполнились, свою ауру расширили, и вот здесь как раз место для вашего нового отношения, может быть. Поэтому мужчина, когда приходит, чувствует, ну, свободно, все хорошо, окей, я здесь буду мужчиной. Да? Поэтому, поняли, да? Когда вы делаете практики прощения, пожалуйста, тоже включайте в эти практики, очень сердечно, искренне помочь энергетически своим бывшим отношениям, своему партнеру, чтобы он стал счастливым, чтобы он наполнился любовью. Это для этого все ваши практики.
чтобы он наполнился любовью, и чтобы у вас здесь ничего не было, чтобы он наполнился любовью, и чтобы вы наполнились любовью, и он, и вы. Окей? Когда вы наполнились любовью, у вас и сердце, потому что в сердце не может быть одновременно и любовь, и ненависть. Ваша задача наполнить сосуд доверху, чтобы там он наполнил его только любовью, тогда ненависти там уже не будет. Окей? И там будет только любовь. Когда там только любовь, значит все, все прекрасно, замечательно. Вы уже стали самодостаточным, и теперь можете начинать отношения, следующие этапы изучения, да? Изучая, корректируя свои проблемы, что было не так, опять изучая партнера, что, видно, не хорошо изучила, как его понять, взаимоотношения и так далее, по схеме, да? Вот так, пожалуй. Итак, давайте подведем итоги. Значит, если вы уже вошли в то состояние, когда вы поняли, что вы не можете своими отношениями, с бывшими отношениями уже восстановить нормальные отношения, вы хотите однозначно 100% разойтись, ваша задача начинать практики прощения, отпустить и простить, наполниться любовью самой и наполнить любовью вашего партнера, помочь ему, другими словами, найти себе его интересы, его энергетику, переместить от вас куда-то туда, подальше, другому партнеру. Окей? Тогда вы станете свободны. Right? И для того, чтобы это было легче, вы должны осознать и благодарить человека искренне, что это ваш учитель, который пришел вам со своим уроком, со своим программой обучения, чтобы вас очистить и сделать вас лучше. Вы это понимаете. Конечно, если вы правильно понимаете, то вы тогда не будете покидать этого партнера. Но это в том случае, когда вы уже женаты, да? Естественно. Если же вы в процессе знакомства, у вас еще женитьбы не подошло, то это, как бы, естественно, это экологично, нормально, вы разошлись. Если вы будете правильно строить отношения, то у вас залипания не будет. Если вы нарушили это и не знали техники, как правильно строить отношения, которые мы проводим, тогда вам нужно делать такие экстренные случаи. И вы благодарите своего партнера за то, что вот он вам показал. Вы только знакомились, да, вы не влипли. Но он, ревизор, показал вам, Вася, который чисто датчик такой, магнитофончик есть, который настроен на вашу вот эту антенну радио «Свобода». И он все слышал и понимал. И не все ему нравилось. Оказалось, там не все передачи, не все сигналы, которые исходили из этой вашей антенны, я радио «Свобода», «Liberty», да, они ему нравятся. И он вам об этом сказал. Вы за это на него обиделись, сказали: «Вася, папа». Но если вы ничего не поменяете в своей радиотрансляции, программы, да, качество их, количество и так далее, содержание, то найдется другой Вася, который тоже потом с этим радиоприем просчитает ваше все содержание. И будет та же самая история. И еще хуже, помните, что со временем, да, мы становимся все сложнее, 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 да, в том, чтобы поменяться. Поэтому благодарите, благодарите, благодарите как можно быстрее, и делайте выводы, что потом, когда вы начинаете следующий этап, возвращаетесь на этап выбора, да, вы уже поменяли в себе, я поняла, блин, я что-то рано пошла в отношения это эксклюзивные, мне кажется, что работать надо, вот надо вот это тоже подчистить-то. Зеркало тебе пришло, показало, окей, супер, отлично. Все это почистило, помыло, залатало, все хорошо. Идем теперь дальше. Все. Вот такое отношение должно быть у вас, я считаю, к прошлым отношениям, которые вы развивали, проходили по этапам развития отношений, еще не поженились еще, да? Или вы были уже в отношениях, уже были женаты и решили однозначно уже, но никак не можем быть вместе. Что я сразу говорю, это очень плохо. Если вы приняли такое решение, это, я думаю, не есть хорошо, потому что когда вы женились, вы должны отработать свою карму до конца, максимально. Если вы не отработали, то вам придется потом отрабатывать больше. Right? Если там, скажем, вас бросают, другой вопрос, да, скажем, вы не виноваты. Но не так, что я сама сделала, чтобы он меня бросил, типа я-то чистенькая, да. То есть мы должны добросовестно исполнять свои обязанности согласно нашей карме, нашей дхарме, нашим обязанностям мужчина-женщина. Okay?
если я сделал все то для того, чтобы отношения сохранить, но вторая половинка ни в какую не хочет продолжать их, окей, тогда это уже не мои проблемы, да? Вот так вот. Ну ладно, это отдельная тема, очень такая глубокая. Итак, вот, пожалуй, все достаточно. Время уже мы тут пишем, я не хочу делать длинные видео, чтобы вас не морочить, и чтобы не уставали на коротенькие, да, чтобы быстренько посмотрел, вывод сделал, вот, пошел дальше. И уже делаю, что мне делать дальше. Окей? Следующий шаг, следующий шаг, следующий шаг. Вот, пожалуй, все, друзья. Я понимаю, еще есть вопросы, куча будет вопросов, пишите, вы знаете куда. Академия семейных отношений на сайте Ведадум и Позитивная волна. А с вами был Ярослав Мудро-Воронцов. Как всегда, я хочу пожелать вам любви, счастья, радости. Любите себя, любите своих близких, любите всех вокруг. И прежде всего, любите своих учителей, ревизоров. Ревизоры, которые показывают вам, где у вас проблемы. Вот тот Васькин, который пришел с этим датчиком и говорит, вот, я тут все понял, что не так. А Петькин просто вам мило улыбался. И вы говорите, ой, Петя, такой ты хороший человек, ты мне не сказал, что мне что плохо. Да не хороший он человек, потому что он нифига не видит. Он нифига не видит, что у вас есть на самом деле. Это так может быть нечестно, да, с его стороны. Может, даже видит, но не говорит. Ну, не важно. В общем, этих людей мы благодарим, те, которые обнаружили у нас проблемы и подсказали нам. Это хороший тренер. Это был хороший тренер, который сказал, Маш, тебе надо работать еще, работать и работать. Вот над этим. Списочек тебе показал. Конечно, как благодарю вас за это. Огромное спасибо. Благодарность. Ну вот, друзья, пожалуй, все. Должен с вами прощаться. Пишите, вы знаете, что нужно делать с видео. Обмен энергиями. Вам понравилось или вам не понравилось, ставьте лайки, дизлайки, делайте комменты. Потому что ваши комменты, ваша обратная связь помогает нам делать для вас новые тренинги, новые видеокасты. Окей? На этом с вами прощаюсь. Намасте.